Друзья, привет! Привет, коллеги по увлечению, всем, кому нравится рыбалка, вкусная рыбка. Рад приветствовать на развлекательно-познавательном канале «Подслушано. Секреты рыболова». Как всегда, попрошу подписаться на мой канал, поставить лайк, ну и оставить какой-нибудь добрый комментарий. Итак, начинаем. Сегодня сделаем с вами простейший поплавок для камышей. Далеко бросать не надо, когда надо опустить окошко между водной растительностью, а при желании этот поплавок выдрать, не боясь, что у него сломается вершинка или он оторвется. Итак, нам понадобятся палочки от чупа-чупсов. Если кто-то скажет, что у него нет палочки от чупа-чупсов, 9 рублей в пятерочке стоит чупа-чупс. Можно всегда приобрести. Это термоусадочная трубочка. Можно использовать, можно не использовать. Если хотите, чтобы более ярко, более наглядно вам было вершинку, то можете использовать. Лучше всего, конечно, опустить ее в кипяток, либо, как я, аккуратненько зажигалочкой ее заправить. Удобство в том, что это не краска, и она не слезет. Теперь нам понадобится вот такой вот материал, из которого делают мандулы. Это у меня детский коврик игрушечный. Осталось, надолго хватает. Я из него делаю мандулы и различные другие рыболовные поделки. Нам надо аккуратненько вырезать из него вот такие вот кругляшочки. В одном из своих видео я показывал, как это можно сделать с помощью кранбуксы. Затачиваем по кругу, вставляем в шуруповерт, в дрель и просто выкручиваем. При желании можно и рукой выбивать, но лучше дрелью. Материал очень хорошо клеится суперклеем и надежно держится. Давайте мы его сейчас шероховатыми поверхностями склеим. И сразу оденем на нашу трубочку. Вот, уже никуда не денется, еще можно добавить. Сюда добавим немного клея и подденем. Точно никуда уже не денется. Вот такой вот маленький поплавочек, как мы его устанавливаем. Леска. Берем стопорный узелок, который будет ограничивать глубину погружения нашего поплавка. И сквозь вот эту вот трубочку продеваем нашу леску. Все, друзья, груз, поплавок. Так как нет никаких креплений, как на обычных поплавках проволочных, или здесь вот в одной точке крепления крепится иногда на проволочной ножке, то поплавок довольно надежно связан с леской. И если его дергать, продирать, то он не обломится. Вот эти палочки, они довольно такие прочные, толстый у них пластик. Эта штука, ее всегда можно заменить, даже если обломилась. Но это надо еще постараться. Вот такой вот небольшой лайфхак для ловли в зарослях водной растительности. Лайк, подписывайтесь на канал. Всем добра и крепкого здоровья.